Всем привет! Сегодня мы будем проверять лайфхаки с канала «Бери и делай». В первом лайфхаке говорится о том, как можно с помощью стерки почистить экран телефона. Как вы видите, этот лайфхак не работает. Когда на этом канале будет 1000 подписчиков, я разыграю новый iPhone XS Max на 512 гигабайт. В следующем лайфхаке говорится о том, что обычную пальчиковую батарейку можно использовать вместо стилуса. Этот лайфхак работает. В следующем лайфхаке говорится о том, как из втулки от туалетной бумаги сделать подставку для телефона. Этот лайфхак работает. В следующем лайфхаке говорится о том, как сделать 3D голограмму.
этот лайфхак работает.